В Ханті Мансійському автономній округі двоє чоловік натолкнулися на медведя в лісу в районі автодорогу Ніагані-Талінга. Об этом сообщает Сентраспас Югария. Мужчина оставил спутницу с хищником, а сам убежал и вызывал спасателей. Поисково-спасательный отряд нашел женщину в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь ей не потребовалась. О судьбе хищника ничего не сообщается.